На территории спортивного клуба «Патриот» прошли всероссийские соревнования по мотокроссу. Интерес к состязаниям по преодолению бездорожья на мотоцикле растет с каждым годом. Сложная анапская извилистая трасса, труднопроходимые подъемы и повороты затягивали колеса мотоциклистов, усложняя без того трудную гонку. В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены городов России, Украины и Беларуси. Мотокросс проходит уже 5-й год. Уровень спортивной подготовки наших мотогонщиков значительно отличается от других. В 6 этапах чемпионата Краснодарского края 4 раза мы выходили на пьедестал команды своей. Вот. Я в классе мастер 6 раз становился призером, то есть на всех этапах чемпионата. Малыши, вот 85 и 125, Минеев, они едут пятерки сильнейших спортсменов Южно-Федерального округа. То есть нормальный уровень подготовки. Этот вид состязаний развивает в спортсмене реакцию, точность, ловкость, координацию движений, упорство и настойчивость. Именно так охарактеризовал этот вид спорта Александр Дегтярев. Занимается им с 12 лет. Соперники очень сильные со всей России. Соревнования достойного уровня, очень много сил вложено в них. Эмоции переполняют. Страх, адреналин, там, азарт, эмоций очень-очень много на самом деле. Мотокросс – состязание не для робких. Рев мотора, клубы пыли – все, что нужно мотоциклисту для счастья, уверен юный гонщик Владимир Михай. Он гонщик со стажем, занимается мотоспортом уже 5-й год. Папа показал, как катаются, и я попросил у него купить мне мотоцикл. Ну вот так я и начал кататься. Я испытываю экстрим, и мне этот вид спорта дает удовольствие. Со временем растет мастерство у юных гонщиков и улучшается качество техники. Усложняются трассы и программы соревнований. Ощущение полета и свободы привлекает многих. И уже для некоторых участников мотокросс превратился не просто в увлечение.